Опять за нами смотрит. Иди отсюда. Пошел. Пошел. Иди вперед, Джесси. Вперед. Пошли. Давай, вперед. Давай, Джесси, вперед. Здорово, пират. Решил выбраться в лес, обустроить лагерь. Оп. Вот он, да. Иду. Ну, Джесси у него. Джесси. Здравствуйте. Привет, ребята. Давай. Буду искать место для лагеря. На, Джесси? Так, вроде местечко нашли. Джесси что-то суету наводит. А тут вон. Красота есть. Опа-на. Так. Короче, устроились мы, судя по всему, в воронке от хрен знает от чего. Но вот такое вот огромное блюдце, собственно говоря, как могло образоваться. И судя по деревьям, все вроде нормально, типа что до хера времени прошло. В принципе, место для лагеря тут нормальное. Вон сушина. За ней вторая стоит. Они, конечно, очень большие. Мне такая не нужна. Тут в это болото два дерева упало. Болото. Ну, воронка, болото. Какая разница? Ну как, это не болото на самом деле. Судя по тому, что деревья здесь растут, просто низина заболоченная, да? Но судя по тому, что дерево мхом обросло, тут так, ну, прям сыро-сыро было. Сейчас-то все подмерзло нормально. Дров я себе собрал. В принципе, тут можно и лагерь собрать. Вон классно, 4 дерева стоят. Там можно тент растянуть между ними. Да сушину эту завалить. И дров хватит на сколько хочешь. Короче, место классное. А так я походил вон, пощипал
деревья поваленные. Ну, мне на сегодня дров хватит. Ночевать я тут не собираюсь. Как-то так. Не знаю, меня за кофе 3-1. На прошлом видосе даже поругали. Сказали, ну ты кофе, ты что, 3-1 у тебя? Типа это не кошерно, что ли, как-то? От бекона в вакуумной упаковке, за которую меня тоже, конечно, просто уничтожили в паблике. Как там паблик назывался? Готовим в походе. Вот. Спасибо огромное за репосты. То, блин, меня там просто с говном съели в комментариях за то, что я... Ну, я согласен, конечно, там не было ничего... Ой, ничего необычного-то не было. Они, может, ждали, что я буду готовить тигра в черепаховом соусе в каком-нибудь или еще что-то. А я, блин, обычную самую яичку, да еще с беконом. Ну, как он... Бекон в вакуумной упаковке-то не понравился. Это вообще была жесть просто какая-то. Вот, приготовил. Разочарованию их не было предела, как говорит Гельмут. Просто, пуф, вообще жесть, просто жесть. Что они мне там понаписали? Как меня там только не обозвали. Вот. Ну, я взял сегодня с собой свинину. Вот. В надежде задобрить как-то походных богов кулинарии. Но вот от кофе 3-1 я отказаться не могу. Мне оно реально кажется вкусным. Не потому, что там дешево или удобно. Я, ну, легко мог с собой принести сюда. Я принес пилу, лопату. Я легко мог с собой принести банку кофе. Но я люблю 3-1. Миска курешок. Не знаю, мне почему-то оно нравится. Я, конечно, понимаю, что он далек от натурального, но люблю такой вот тоже. Не, я пью и натуральный, и там любой, короче. Но это я тоже люблю. И он мне нравится. Причем зачастую самый дешевый, да, почему-то, не знаю. Джессюня что-то приуныло. Да? Приуныло? А? Но мы уже костер растопили. Сейчас водичка вскипит, я его сделаю жарким. Ну, кстати, вода там уже и закипела. Так. Вот так вот. Я думаю, сейчас переваривай жирненькое мяско-то. Полегчает сразу, да? Полегчает сразу. Ты мой пупсик. Сейчас я костер-то разожгу, тебя за пазуху возьму. Согрею тебя. Замерз, мой малый. Эх. Вообще, я думал, что собак не люблю. Угу. Да. Жене до сих пор так говорю, что не люблю собак. Но мы же ей не скажем правду. Вообще так не получится, мне кажется. Потому что все будет стекать в одну сторону.
не получится. Надо делать ровное место для жарки. Не вопрос. Вот так вот ровно. Ну, в смысле, на углях надо, наверное, готовить, а не на открытом огне. Хрен его знает, что ты хочешь. На углях или на открытом огне. Тебя не поймешь. Так. Соль. Соль, соль, соль. Так, так, так. Это что, все взаправду, что ли? Так точно не... Да нет, не буду второй шарить. Очешуеть просто. Готовим в походе. Спасибо. Лучше бы я, блин, дошираки свои ел. Чего вы меня зачмурили-то, а? Ой, блин. Как в поговорке про дурака и стеклянный член. Типа, знаешь, как заставь дурака Богу молиться, а там типа, да... Ой, блин, еще в глаза дым этот постоянный. Как ты уже меня достал, блин, а? Сейчас я приготовлю, если не сгорю живьем тут. Мамкин выживальщик справится. Ух. Откуда дым идет, я не понимаю. А там все сюда. Сюда. А кто дымит-то, ты? Ай, блин. Ой, как глаза ест, а. Это просто праздник какой-то. Джесюня, ты видела, как полыхнуло, а? Блин. Вот это да. Да вот еще. Отсюда еще дым идет. Давай наоборот. Сюда так вот его ложу. Вот так вот. О, вот уже тут. Так, без воды давай, а то сейчас опять полыхнет. Вот так вот. О, пригорело, все, то что нужно. Переворачиваю. Вот так. Оп, 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 во. Так. Сейчас все будет как надо. Вот так вот. Так. Ага. И оп, 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 так, 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 так. Что такое? На нас напали? Вороны прилетели уже меня клевать, походу. Хрен, не дождетесь. Я вернусь домой. Давай. А, как чуть не улетел. Давай, давай. Ё-моё. Нихера себе. Учуяли. Смерть мою учуяли. Блин. Так. Чё-то они раскаркались-то.
То ли потревожил кто-то. И собаки лают. А я за красные флажки не заходил. А ты сегодня? Нет? Все нормально? Шмальнуть меня сейчас. Так. О. Ничего, ничего. Я им живым не дамся. Надо мясо быстрее жрать, чтобы им хотя бы мясо не досталось. Переворачивай. Вот так вот. Вот так. Нормально, нормально. Мамкин выживальщик нигде не пропадет. Ну, масло и кончилось. Оно, да оно и не нужно было. Это так чисто. Для затравочки. Следующий кусок я даже жарить не буду. Я его сырым съем. Ну что, Жесюня, как думаешь? Готово оно, нет? А? Ты готов? Не, ничего-то. Ох, ох. Ох. Дым пошел. А пахнет вкусненько. Засохший кусок. Блять, пальцы обжег. А вот обжигаться я не очень люблю. Все, охотников нету. Собачий лай вроде удаляется. Ну, и вороны улетели. Нормально. Я же специально в эту воронку спустился. Она здоровая. Меня тут не видно. Спрятался, так сказать. Ну а что, на гору что ли залезать? Чтоб тебя с любой тропинки видно было. А я оп-оп, низинку. И вот. На болотце забрался. Вон. Мох, да? Бир Гриллс сейчас бы из него чай сварил. Хочешь? А, болотом пахнет. Так. Ну-ка. Давай. Ну. Все же. Можно есть. По-любому. Ну, я думаю, все. Можно считать, что блюдо готово. Вон с него там сок течет. А? Вкусно. Разведку произвел, место нашел. Ну, это, конечно, не финальное место. Я просто подбираю на февраль. Местечко. Обещал ко мне друг приехать. Планируем пойти с ночевкой. Спальники там, все дела. Вот. В принципе, вон сушина стоит. Вон верхушка-то сухая. А за ней вон еще вторая тоже сухая верхушка. Здоровые такие. Вот одну такую уронить. И все. Дрова есть, получается. Он 4 дерева, тент натянул, укрытие. Ну и там костер туда-сюда. Вроде место неплохое. Ну а то, что тут рядом болотце, это так а что зимой-то? Плевать, болотце, не болотце. Зимой все едино. Ох, жар пошел.
Чувствуешь? Тепло идет от костра. Хорошо. Можно ноги просушить, попробовать. Или хотя бы согреть. Ботинки, конечно, эти совершенно не для таких выходов. Не, ну-ка уберу подальше, пока не расплавился. Что-то прям тепло поперло. Хорошее дерево вот это вот. Не знаю, что это такое. Какая-то... Ну-ка. Так это сосна. Какая-то. Да? Пожевал-то я так, для вида. Как в фильмах там. Подойдут, какое-то бычье дерьмо найдут. Раз, попробовал. Бык прошел тут 2 часа назад. Он ел траву на западном склоне. Ну что, пираты, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Мамкин Выживальщик. Еще увидимся.